Напомним, что 1 июня детский сад комбинированного вида номер 58 закрылся на ремонт. Главной причиной стала лестница, ведущая в подвал, которая находилась в аварийном состоянии. По этой причине сотрудники не могли ей пользоваться. Поэтому было решено заключить два договора на выполнение наружных работ здания с подрядными организациями. Первый договор заключен непосредственно на ремонт входа в подвал. На него было выделено почти 1,5 миллиона рублей. Сейчас уже полностью отремонтировали лестницу и даже установили ограждение возле подвала. Также у небольшой пристройки около детского сада покрасили стены, заменили двери и поменяли крышу. И второй договор – это замена всех оконных блоков на сумму чуть более 5 миллионов рублей. Со следующей недели уже начнут принимать школы и детские сады к новому учебному году. Поэтому сегодня администрация города решила проверить, на каком этапе находится это учреждение. В основном 80% учреждений дошкольных, они готовы к новому учебному году. Есть некоторые учреждения, как, например, вот этот объект, где завершаются ремонтные работы, установка окон и необходимые вот, ремонтные работы на хозяйственной группе. Но в основном учреждения, они готовы. Они готовы и внутренние ремонтные работы, наружные ремонтные работы. В принципе, как только будут дети приезжать из отпуска вместе с родителями, мы планово начнем открывать наши дошкольные учреждения.